Мастер-класс по протезированию тазобедренного сустава провели московские хирурги для саратовских. При поддержке городской власти в больнице номер 6 впервые за всю историю учреждения прошла операция по замене шейки бедра. О том, почему она уникальна, расскажет Елена Губенкова. С минуты на минуту сустав этой пациентки заменят. На рентгене видно, у нее перелом шейки бедра. 60-летняя женщина получила травму при падении. В ее возрасте перелом уже не срастется как нужно. В лучшем случае сможет ходить на костылях. В этом случае кровоснабжение головки практически отсутствует. И даже при операции восстановления целостности головки бедренной кости, такая головка все равно погибнет. И единственным, так сказать, возможным и необходимым способом лечения является замещение этой головки имплантом, то есть эндопротезом. Операция подарит пациентке новую жизнь. При переломе шейки бедра обычно нужна длительная реабилитация, а при установке протеза уже на следующий день пациент сможет встать на ноги. Для Саратова такие операции уникальны и необходимы. В отделение травматологии едва ли не ежедневно поступают пожилые люди с переломами. Перелом шейки бедра. Очень большое количество поступает. Конечно, боли в возрасте до 70, конечно, этим больным показано, если больше 50 лет, да, между 50 и 70, им показано, конечно, желательно эндопротезирование, поскольку сокращение перелома шейки бедра, она очень проблематичная. Протез изготовлен по современным стандартам и не вызывает отторжения. Его саратовской пациентке устанавливают под контролем московских хирургов. Такие операции проводят далеко не во всех клиниках. На сегодняшний день здравоохранению города уделяется очень большое внимание со стороны руководства города, лично главы города. Поэтому благодаря этим моментам мы участвуем во всех программах модернизации, получаем новое оборудование, в частности, для травматологии и ортопедии. Это Си-дуга, которая позволяет нам проводить эти операции под постоянным рентген-контролем. При поддержке городских властей саратовские пациенты теперь могут получать высокотехнологичную медицинскую помощь. Врачи надеются, в дальнейшем подобные операции поставят на поток и даже будут финансировать по системе обязательного медицинского страхования. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ. Саратов.